Рекордное количество зрителей собрало авиашоу в Мачище. По официальным данным, около 100 тысяч человек. В небе профессиональные пилотажные группы и парашютисты, на земле насыщенная развлекательная программа. Выступления симфонического оркестра, мастер-классы, аквагрим и многое другое. Одним из партнеров праздника авиации стал Совкомбанк. Авиашоу – это очень знаменательный праздник для всего города, для близлежащих населенных пунктов. И мы считаем, что непосредственно данному мероприятию мы должны обязательно присутствовать. Шоу-программа на площадке банка не менее насыщена, чем программа самого авиафестиваля. Над землей артисты на ходулях, дети играют с ростовыми куклами, а также проделывают химические опыты. Бери вот это все и прям, да давай сильнее, давай побольше, давай еще больше. Кредитная организация не только организовала интересные мероприятия на площадке аэродрома, но и предложила уникальные банковские продукты. В настоящее время у нас самый интересный продукт – это наша прекрасная карта «Рассрочка халва», беспроцентная карта, которая пользуется в настоящее время более 3,5 миллионов населения нашей страны. У нас есть магазины-партнеры, их уже более 160 тысяч. Оформить карту гости авиационного праздника могли прямо на месте. И если кульминацией шоу стал полет пилотажной группы «Сокола России», то на площадке банка розыгрыш призов среди новых клиентов. В числе подарков фитнес-трекеры и портативные зарядные устройства, а главные призы – планшет и ноутбук. Получить подарок могли те, кто оформил карту «Халва». Так, Ольга Изотова стала одним из призеров. Новенький планшет она отдаст дочери, а с помощью халвы купит подарок мужу. У него скоро день рождения. Очень прекрасно, все хорошо, и очень интересно. Очень понравилось. Не думала, даже нет, не предполагала. Ну, вот, очень приятно, спасибо. К слову, никто из гостей праздника без бонуса от Совкомбанка не ушел. Зрители получили сувениры банка и море позитивного настроения. Отметим, кроме карты «Халва», банк также предлагает ряд других продуктов. Это денежный кредит под 0%, ипотека без первоначального взноса и разнообразная линейка вкладов.